Всем привет! С вами Валентин Медведь, и вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел «Степной дух». Сегодня у меня для вас необычный обзор, и я представлю вам сразу несколько окарин. Их 7 штук. Первая окарина, вот такая, это у нас тональность соль, миксолидийский лад. Еще раз показываю поближе. Окарина, которая у нас настроена в миксолидийском ладу, фа диез, вот так выглядит. Окарина, которая настроена в арабском строе, фа диез опять же. И окарина в миксолидийском ладу, тональность ля. Но это еще не все, еще 3 штуки. Окарина в арабском строе ми. Вот так она выглядит. Окарина в тональности ля, миксолидийский лад. И еще одна окарина, которая в арабском строе, также фа диез. На ней и остановимся. Сейчас я на каждой из них поиграю вам, для того, чтобы вы могли среди них выбрать свою. И сразу сделаем маленькую оговорочку. Для кого эти окарины? Эти окарины для тех, кто любит путешествовать. Для тех, кто может сделать вот так, одеть на шею и спокойно идти с рюкзаком в поход, ну или просто гулять по парку. И в любой удобный момент может взять и сделать так. Все девушки падут соблазненные чарами вашей музыки. Это была окарина фа диез, арабский строй. Следующая также будет арабский, но тональность ми. Так что не обессудьте, если будут попадаться одинаковые строи. Это миксолидийский лад, тональность ля. Она маленькая совсем, будет более высокая. Вот такая она. Малышка, звонкая. Окарина, миксолидийский лад, тональность соль. Окарина в тональности фа диез, миксолидийский лад. Еще одна окарина, которая в арабском строе, фа диез. Вот, начал арабской и получилось так, что закончил. Друзья мои, если вам хочется открыть для себя что-то новое, интересное, тем более весна, впереди лето, много путешествий, поездок, самое время присмотреться к окаринам. Какая-то, если понравилась, пишите мне в комментариях или же в соцсетях находите меня. Валентин Медведь, это ВКонтакте, в Инстаграме также есть, ну и в остальных. Пишите, можно звонить, я под этим видео оставлю свой номер телефона. Также есть WhatsApp, Telegram, Viber. В общем, меня легко найти. Если видео понравилось, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, извиняюсь за свои оговорки, подпишитесь на канал, ну и всем добра, тепла и хорошего настроения. Всем пока!